Всем привет! Сегодня на обзоре ноутбук попал в руки. Заодно решил заснять марки Lenovo, модель 330 IdeaPad-15AST. Тут стоит Windows 10, уже установленный. Из особенностей: стильный дизайн, высокоскоростный Wi-Fi и звук. Вроде как хороший. Процессор E2. Вроде как это хуже, чем A4. Энергоэффективный, наверное, процессор. И аккумулятор должен долго держать с таким процессором, потому что он тормозной и мало потребляет. Ну, вот, что тут еще из характеристик? 4 гига оперативы. DDR3, наверное, DDR4. Не смотрел по параметрам. Ну, короче, 4 гига. Встроенное видеоядро R2 от процессора. 1,8 ГГц. Из интерфейса здесь под интернет LAN-разъем есть. HDMI, 2 USB, 2.0, наверное. Хотя, может быть, 1.3.0. Под наушники один разъем, картридер. Разъем под зарядку. С правой стороны у нас только дисковод. Вообще он есть или это? Да, есть. Дисковод сейчас редко ставят. Аккумулятор несъемный. Здесь решеточка охлаждения. Windows 10 для одного языка предустановлено. Уже заметно тормозит. Хотя на нем вообще ничего не установлено. Видимо, жесткий диск с маленькой скоростью. Жесткий диск на 500 гигов, видимо. Сейчас попробуем что-нибудь тут поудалять. Уже удалил антивирус, который истек. Может, поменьше тормозить будет. Вот. Может, дефрагментацию диска еще сделать. Обновление для Windows какие-нибудь поискать. Больше ничего такого не сделаешь. Модель очень похожа на ту, которую я еще, наверное, не выкладывал, на A6 процессоре. Тоже Lenovo. Ну, там с дискретной видеокартой. Внешне один в один прям такой же корпус, цвет. Клавиатура такая же. Все один в один. Единственное, там USB-портов побольше было. Разрешение экрана, скорее всего, даже не Full HD, так как он бюджетный. Ну, точно сейчас. Вообще посмотрим, наверное, даже. Если откроется. Да, 1366 на 768, QHD. Даже не Full HD. Экран, скорее всего, матовый, что ли. Из-за того, что отключен зарядник, энергопотребление стало в режим сохранения. Непонятно. И тут еще яркость на 10%. Вот так вот лучше. Ну, такой вроде не тяжелый. Чисто в интернете посидеть. И то видео, скорее всего, тормозить будут. Если уж все рабочий стол тормозит. Даже не знаю. Такой мини-обзор. Даже не знаю, сколько он стоит. Будет в интернете посмотреть, сколько эта модель стоит. Но я думаю, что что-нибудь в районе 15-16 тысяч. Может быть, 17. Думаю, не дороже. Потому что Lenovo позиционируется самыми дешевыми моделями. Я думаю, где-нибудь 1017 максимум стоит. Может, 18. Потому что процессор E2 седьмого поколения, видимо, 17-го года модель, наверное. Если я правильно понял. Такие дела. Ладно, будем заканчивать. Всем пока.